Люди все активнее помогают бездомным животным и устраивают различные благотворительные акции в их поддержку. Второй год подряд тверские рок-группы возьмутся за гитары и микрофоны, чтобы сказать свое «нет» жестокости и насилию по отношению к друзьям нашим меньшим. Рокерская судьба – это защита обездоленных, поддержка слабых. Музыкальный марафон «Рок в защиту животных», который зародился во Владимире, активно поддерживается и тверскими музыкантами. В Твери второй год подряд пройдет концерт, который соберет неравнодушных к четвероногим друзьям граждан, чтобы собрать деньги на нужды животных. Человек все-таки защищен какими-то законами, худо-бедно защищен. А животинки, они вообще у нас бесправные создания. Начну я как раз с песни, которая вот про животных, про людей, про нас всех. Очень сильное сочувствие. Сочувствие, хочется помочь. Мне очень понравилась тематика. Мы вообще как бы с мужем очень увлекаемся защитой животных, защитой людей, вообще служением этим миром. И поэтому, конечно, меня сразу привлекла тематика. Я попросила, есть ли возможность выступить, и возможность оказалась. Я думаю, мы исполним 5 своих песен и один какой-нибудь хит на Цоя или что-то такое из классики. В программе «Качественный рок» знакомство с хвостатыми подопечными инициативной группы и сбор средств в пользу бездомных животных. Благотворительная акция состоится 2 октября в 19 часов. Возрастное ограничение 16+. О том, как прошло мероприятие, мы обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.